Курить это грех, потому что Иисус не курил, значит грех, ведь так табак изобретен намного позже, и в Библии про него ничего не написано. Не-не-не-не, нет. Ну, то, что это может быть грех не потому, что Иисус не курил. Иисус и на машине не ездил, и на мотоцикле, и на самолете не летал. Мало ли чего он не делал, компьютером не пользовался. Но все это же потом появилось. Вот, так что, ну что ж теперь нам оставаться без всяких движений каких-то. Не было таблеток, лекарств разных, не знаю, масса чего не было. А сейчас это есть. Нет, это грех не потому, что Иисус не курил, а потому что, в общем-то, это отравляет организм. Отравляет. Что это дает? Кроме загрязнения там легких своих и всех этих ядов, которые мы вдыхаем в себя, человек, это все разносит по организму, вот это вот курение. Человек себя травит, сознательно причем делает. А он должен к себе относиться, ну, с любовью и уважением. Как Господь говорит, люби ближнего, как самого себя. Как самого себя. Вот. То есть самого себя тоже должен любить. Но вот это как раз идет вразрез. Ну а где тут любовь к себе, когда сам себе человек здоровье портит вот таким вот образом? Ну, это что, правильно, что ли? Нет, это неправильно. Поэтому это и грешно. Тем более, что ну, человек и окружающих тоже травит. Потому что ну, курение, а там вот этот дым, это же все не только он дышит, но и люди окружающие тоже. Пассивные, так сказать, курильщики. Вот. Мне, например, очень неприятно. В подъезд заходишь, там накурено так сильно, что очень неприятно.